Путешествие 17-е по зеленому континенту. Итак, вчера конюх Федоров отправился в экспедицию, во время которой он должен пересечь Австралию с запада на восток в сумке кенгуру. Конюх, вы нас слышите? Слышу, корреспондент. Ой, а что у вас с речью? С речью нормально, с языком плохо. Что случилось? Попытался на ходу воды попить из бутылки и горлышко откусил. Ужас! И как вы? Ну, горлышко-то я съел, не впервой. Кстати, скажу я тебе, стекло здесь невкусное, не то что у нас. Так вы язык порезали? Нет, бутылкой мне только зубы повыбивало. Но это не страшно, их же 32, а мне нужно максимум 8. И то для красоты. А что интересного видели? Утконоса. Странное животное. Говорят, ему 1 000 000 лет. Ага. Но не сказал бы. Выглядит лет на 30-40. Корреспондент, а ты где? А я в Сиднее, на центральной площади. Жду вас. Вы, кстати, скоро? Да. Сейчас будем. Встречайте! Сидней – крупнейший город Австралии. Сюда, на центральную площадь, должен прибыть конюх на кенгуру Эсмеральда. Простые австралийцы пришли сюда, чтобы приветствовать нашего героя. Что происходит? Люди бегут по улице, как будто за ними кто-то гонится. Ой, это кенгуру! Оно врывается на площадь и скачет к нам! По головам зевак, по столикам кафе, по лоткам с мороженым! Ужас! Корреспондент! Где у него тормоза? Я не знаю, конюх! Эх ты, ладно, выпрыгиваю! Лови меня, корреспондент! Ой, как удачно приземлился! А где корреспондент? Где? Вы у меня на лице стоите. Ой, и правда. Ой, слушай, а где кенгуру? Ой, вон, стой, дурное, там же стена бетонная. Ну вот, кенгурячья лепёшка. Знаменитое австралийское блюдо, наверное. Ладно, корреспондент, пойдем выпьем за завершение экспедиции. Да и Смиральду помянем. Такой страус был! Кенгуру! Да кто это теперь разлетит?